Платные парковки Саратова нужны, вот как вы считаете? Да, я считаю, да. В связи с чем? Чем поможет? Да вы посмотрите, все просто забито машинами. Просто на газоны паркуются, на бордюры паркуются. Я считаю, да, в центре точно нужны. Если будут платные парковки, то будет развитие общественного транспорта, вот и все. Стоимость 40 рублей сейчас предварительно. Это вообще, на мой взгляд, это вообще ни о чем. Если нужно человеку в центр, то что, пусть ездит в центр нормально. Паркует 40 рублей. А так, мне кажется, необломно и на автобусе доехать. Я думаю, нужны все-таки, ну, потому что не хватает парковочных места в городе, и если будут отдельные территории для этого выделены, я думаю, это разгрузит в целом улицы, и свободнее будут места. Расценка примерная сейчас озвучена, 40 рублей в час. Как вы считаете, дорого это или стоит оставить, или дешевле? Сложно ответить, не могу. Платные парковки нужны в Саратове? Да. Нужны. В связи с чем? Ну, потому что припарковаться негде, везде знаки висят, и все. Ни в магазин не подойти никуда. Если будет платная зона, как-то облегчит? Облегчит. А движение общественного транспорта в связи с этим улучшится или нет? Вот у нас Здесь уже надо думать, прежде всего, руководству города, как-то распределять транспортные потоки. Не делать много односторонних улиц, а делать двусторонние. Расширять проезжую часть. Мне озвучены примерные расценки сейчас, это 40 рублей в час. Как вы считаете, много, мало? Много. Ну, ладно. Для Саратова много. Сколько должно быть примерно? Ну, рублей 20-30. Трудно сказать. Ну, водитель? Да вполне. Думаю, что нам надо водитель. Чтобы и денежки в казну городскую попадали. Ну и кто попадя не будет бросать машину на улице. Расценка 40 рублей в час сейчас объявлена. Ну, в принципе, это достаточно так, демократичная цена такая. Вполне. Нужны. Сидище. Чтоб порядок был на дорогах. Да лучше бы не платный. Вот так встал, ты постоял спокойно. Без денег. Зачем платный-то? На платный нужно куда-то ехать, ставить машину. А вот так вот, чтобы разрешено было остановиться возле магазина. Да. Остановился, посходил, потом взял да и поехал. Вот это вот хорошо бы было. Я считаю так. Предварительная стоимость названа 40 рублей за час, как считается? А, ну это же терпимо. За час? Много. Много. Конечно, не все же могут позволить себе. Вот платная парковка, на ваш взгляд, разгрузит? Ну, если только чуть-чуть, думаю. Но тут дороги узкие, все равно, думаю, не сильно будет разница. Думаю, нет. Объявлена предварительная стоимость за час 40 рублей. Вот, на ваш взгляд, много? Да нет, вообще. Вы как считаете, 40 рублей? Ну, среднее. Платные парковки в Саратове, как вы, на ваш взгляд, нужны, что дадут? А где? Все платно вот на улицах, вот так платно? Да ладно, это сказки.